Меня зовут Инна, я менеджер компании «Электромотор». В этом видеоролике я расскажу вам, как подобрать аккумулятор для ВАЗ-2107. У вас есть два варианта. Не полениться и заглянуть под капот вашего автомобиля и переписать маркировку старого аккумулятора. Или же второй вариант – написать в строке для комментариев под видео. Вот здесь вот ваш запрос, и менеджер обязательно с вами свяжется. Укажите марку автомобиля, год выпуска и объем двигателя. В зависимости от года выпуска и объема двигателя ВАЗ-2107 вам подойдут аккумуляторы емкостью от 45 до 63 ампер-часов. Плюсовая клемма находится слева. Для того, чтобы правильно определить полярность аккумулятора, разверните аккумулятор клеммами ближе к себе. И посмотрите, с какой стороны расположена плюсовая клемма. Если плюсовая клемма расположена справа, это европолярность. Если плюсовая клемма расположена слева, это прямая полярность. В данном примере вам представлен аккумулятор с европолярностью. Плюсовая клемма находится справа. Компания «Электромотор» предлагает вам любые марки автомобильных аккумуляторов. Самые популярные на рынке Украины – это ИСТА, ВАРТА и БОШ. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве 5-00-38.